Всем привет, и мы попытаемся пройти Battlefield 3 с комментарием. Да, моя многомиллионная аудитория попросила это сделать. Начинаем кампанию. Посмотрим в течение игры, какой уровень сложности нам подходит. Может быть, это высокий, низкий или средний. Ну, вы знаете, тут написано подсказка, если вы не знаете, куда идти. Там, если за территорию выйдешь, тебя там выкинет нафиг. Ты сдохнешь сразу. Как Call of Duty. Modern Warfare 3 я тоже играл. Там выходишь из зоны заданий. Тебя ликвидируют. Дисы. Battlefield 3. Надеюсь, что я хорошо слышу. Оу-е, понеслась. Так, а чё с чувствительностью? Чё она такая дикая? Это сильная она реально. Так. Левый контрол, чтобы сесть. Эти, пистолет, бей. Берет или какая-то знакомая. А тут можно бедра прям не долбить. КМ. Так, что, субтитров не будет или будет? R, чтобы... Ага. А, R. Почему R? Где должна быть кнопка действия? Так, ну это у нас дроба... Что делать? Какую кнопку-то надо? Ясно. Так, а это что? Стоп, стоп. Чпонькс нафиг. Опа. Чё, промахнулся, что ли? Безбилетники. Топа. R, чтобы сесть. Я нажимаю, что он не садится. Или он садится? А, надо удерживать. Все, я въехал. Так, а мы продвигаемся, да? Ну я лучше сидя пойду, а то мало ли. Так, вот тут у нас какая-то пушка новая. Или такая же. Такая же. Я, пожалуй, пересяду, то мало ли прилетит какой-нибудь баннер рекламный. Ой, зран, перезаряжаюсь. Слушайте, а у нас F ближний бой или V? Так. Ну нет, круто, чё, мне нравится пока что все. Все устраивает. Так, а чё... Нет, чувствительность все-таки какая-то дикая. Сложная. Что-то по мне урона, по-моему, вообще никакого не идет. Смотрите, сколько у нас патронов. Офигеть. Я имею в виду не в обойме, а в этом. В магазине. Ой, сколько у нас обоим с собой. Так, что это такое у нас? Сюда надо двигаться. Опа. Интрига. Что с ним сделают? Так. Нажимаю перезарядка при приближении к нему. Тупиз. Может клавишу как-нибудь переделать?
Сейчас надо глянуть в настройки. Так, ну что у нас идет загрузка? В ближнем бою наиболее эффектно атаковать противника со спины. Да. Чувак, повернись, я тебя атакую. Да. Так. Ну что, долго нас еще подсказками будут награждать. Какая высокая четкость у камеры. Так лучше? Ага. Вы кто? Вы из ЦРУ? Доброе утро, сержант. Так, а что так тихо слышно их? И когда вы расскажете мне, что происходит? 18 часов назад мне позвонили из нацбезопасности. Сказали, что арестовали одного морпеха, с которым мне надо поговорить. Ну, если чуть субтитры читаете. Есть угроза теракта в Нью-Йорке, а морпех говорит, что владеет информацией по его предотвращению. Мало того, теракт, по его словам, должен случиться сегодня. И вот мы здесь. У вас потрепанный вид. В смысле, выглядите как полное говно. Я просто боюсь эскейп нажимать, что мало ли нажимать. Пропустится сцена эта. Это Соломон. И вы до сих пор думаете, что он собирается нанести удар в Нью-Йорке? А вы? Потому что он так сказал. Читал я дело. Он же себя прикрывает, не знает того, что нам нужно. Стойте, послушайте меня. Потом хоть закопайте, мне все равно. Вас хоронить не надо. Вы уже мертвы. Он не знает того, что нам нужно. Это наша работа. Да, я попробую. Сейчас вы объясните нам сценарий атаки. Будете сотрудничать, и, может, даже выберетесь из дерьма, в котором сейчас по уши. Вам надо, сержант Блэкберн, лишь объяснить нестыковки, ясно? Когда вы впервые узнали о Соломоне... Твою дивизию, я так и знал. Ладно. Бывает. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the... Почему там так тихо было? Опции, звук. Че это такое? Ваш... Ач... А хрен знает. Бродяга 1-3, это бродяга главный. Внимание, выход на исходную через 5 минут. Прием. Принял. Эй, кто-нибудь вообще в курсе, что мы тут, блядь, делаем, а? Не будь долбанным... Смотрите, а вот когда нажимаю этот хи-фи, хай-фай, короче, этот, по-моему, громче становится, да? Дико Монтас. Я просто говорю, братан, что если дело в ССО, то нам надо в Иран. Не в Ирак. Кажется, они переходят значит границу. Так, давайте чуть погромче сделаем. Так, и наушники поставим. Все, сойдет. Они те еще ребята, да? И цацкаться с ними нельзя. Бродяга 1-3, это бродяга главный. Ситуация развивается. Высаживай команду как можно быстрее. 1-3, понял. Конец связи. И за каким хером мы тут остановились? Наша цель в 20 километрах к северу. Не знаю, Монтес. Да, пора выбираться. Так, двигаем. А чё, на улице день, что ли? А мы тут как в инкубаторе сидим, в этом сидим. В бункере. Похоже на вечеринку, мы опоздали. Где десантная группа? Вон туда, направо. Спасибо. Вы знаете, мне такое чувство, что... Когда-нибудь задавался вопросом, какого хрена эта часть шарика постоянно бурлит? У меня такое чувство, что с момента выхода Battlefield 3 как-то графика перестала расти сильно, я имею в виду. Ну или Battlefield 4, ладно уж. Добро пожаловать, господа. Как вы все уже знаете, мы имеем дело с повстанцами ССО из Ирана, опасными фанатиками. Я настоятельно рекомендую вам помнить, что не жители этой страны ваши враги, а ССО. В 9.30 мы потеряли контакт с отрядом Гадюка. Они проверяли информацию о бомбе, заложенной в районе рынка Спинза. Так себе райончик. Мы подозреваем причастность ССО. Ваша задача — найти морпехов, оказать поддержку и при необходимости вызвать эвакуацию. Вы наши силы быстрого реагирования, господа, и я доверяю вам.
Найдем наших морпехов. Конечно, идем. Пошли. Все, пошли, идем. Так, все, идем, да? Мы отстаем. Давайте найдем этот патруль. У нас сводка по противнику в этом районе есть. Ой, что это? Видеокопайлот? Так, я не понял, а... Вы что, издеваетесь? Почему shift? Что вообще с управлением происходит? О, наконец-то. Отлично. Так. Так, что-то на собачке. Не, все-таки я еще сделаю погромче. Чуть-чуть. Давай, погнали. Определяйте цели. Это что, школа? Точнее, я же все время забываю. Вот ближний бой. У тебя на родине школ-то нет. Держаться вместе. Смотреть по углам. Так, что тут у нас по углам? Какая-то бочка. А? У нас... О, да у нас тут какие-то паранормальные явления. Порвали свое дерьмо где-нибудь подальше. Землетрясение! Мы примерно в 9 километрах от разлома. Здесь большой открытый перекресток. Стоп! Назад! Пропустим! А я хотел пальнуть уже. Блэк, ты и Маткович, берите дверь справа. Двигаемся. Давай, Блэк, сейчас. Так. Чё тут у нас, эксит? Так, ни давай. Ни одного гражданского. Ни хрена. Ёпарасоты. Дымовая пошла. Где эта сука? Затаскивай его, быстро, быстро. Да, затаскивай его. Пошли, снайпер еще там. Террористы слева у стены. Разобрать цель. Он что, еще жив? Блядь, лес. А, вон они. А, ну ладно. Вон. Я не въехал просто, где они. Ладно, давай, знаешь что, вот отсюда будем долбить. Воу-воу, как прицел-то трясется. Я даже их не вижу за этим дымом ссаным. Подожди, подожди. А я не за дымом, а за пылью. Сейчас мы разберемся сначала, как тут что кидать гранаты там. Джи, наверное. Да. Че, все? Движение, движение! Пошли, пошли, за мной! Ты так. В порядке? Отлично! Окей, я встал. РПГ на 12! Второй этаж! Че, я его снял, нет? Так, за мной. Я даже его не видел. Здание на том конце стоянки. Обходят с фланга. Движение! Вон там, там! Да не, подожди. Что-то еще валялось. Слева контакт. РПГ. Вот еще. Это пушка. Давайте попробуем. А, тип пулемета, да, раз патрон так много. Туда атаковать надо? Стрелять туда? Или что? Забыл. Я тут оружием занимался, вы уж извините. А. Слушайте, а... Давайте все-таки разберем. А тут нельзя помечать цели, кстати. Вот, привязка кнопок. Давайте посмотрим, что тут у нас пишут. Рывок, удерживать, присесть, ползти, выбрать гаджеты. Так, взаимодействие. Е все-таки у нас. Да, место в технике. Ну ладно, ладно, ладно. А, вот, это пешком. А общее обнаружение... Вот, это все-таки у нас работает. Да, все верно. Значит, просто еще нельзя. Так, а вот это надо включать, как вы думаете? Что будет? А, понял, я его снял. А, ну да, более вроде как-то гладко все стало. Помечать нельзя, походу, да? Подержи его еще немного. Снайпер, прекратить огонь!
Где снайпер? Вот отсюда откуда-то пальнули. Так, а чё? Опа, видали? Вот я и говорю, нельзя. Так, а чё нам туда? Давай! Давай, даю! Всё, берём. Привет, чувствуешь? Так, а чё так темно-то? Следить за секторами. Фонарик-то врубить. Надеюсь, Чав будет в порядке. Всё будет отлично. Он крепкий, судится. Так, ну скоро там уже. Внимательнее. Давай, кто у нас тут главный по дверям? Открывай. Нахрен я эту пушку взял? Ну ладно, в принципе, тоже нормально. Ага. Разные режимы. Вот это... Дерьмо, слишком открыто. Иди открыть к укрытию. Вот как не сидится. Не тормози. Я тоже так хочу пригинаться. Что там такое? Ой. Ой. А кто так палил-то? Я что-то не понял. Откуда в такие окошечки маленькие? Звездный состав террористов из Ирана. Хотелось бы знать. Ладно, так, а что так темно-то? Давай уже на крышу заберемся. Бродяга 1-3, это бродяга главный. Снайпер все еще там, осторожно. Где, на крыше? Черт, контакт! Где он? Я его не вижу. Чувак, это сраный полтинник. Не высовываться. А сами высунулись. Точно в отеле. Перебежками по укрытиям. Надо его выбить. Подожди, готов, это тот пошел. Самый снайпер, который саданул нашего другана? А чё же у нас там внизу не прибил? Что я не понял. Так, сюда. Спускаемся на край. Он башку высунет. Тут мы его и шляпнем. Ага. Ёптить. Зет ползти надо. Ближе к стене. Блэк, жди, пока мы на позицию не выйдем. Лучше не сбиваться. Вперед. Кучу сказали не сбиваться. А он это, по цветам, походу, по горшкам долбит. Смотрите, видите? Он не по нам, вы чё, чуваки? Видите, не может попасть просто. Следовать, вы чё, шутите? Он, чё он там сидит-то? Продолжать движение. Я чё-то их обогнал немножко. О, сбил горшок, всё. Можно валить отсюда. Смотрите, чё-то ещё, видимо, пытается выцелить. Ладно. Так, хорошо, снайпер там. На той логично. Улицы. На полпути где-то. Прочно засел, гаденыш. У меня гранатомет есть. Дай его, Блэк. Я вижу. Опа, нифига ты копировал. Я что ж так хочу. Лучше тебя никто не сделает. Видел, блеснуло. Размажь его. Давай, братишка. Я тебя прикрою, и ты ему всадишь. Он не высунется. Готовность. 3, 2, 1. На подавление. Я промахнулся. Это было красиво. А, попал. Мы крутые! Мы крутые! Давайте найдем этот патруль. 1-3, санитарная команда. Мы тут вашего парня подлатали. Я думал, здание рухнет. Можете нас прикрыть оттуда? Конечно. Какое направление? Прием. Север. Так, граната на пятерку. Бродяга 1-3 на позиции. Все чисто. Вас понял, выходим. Прием. Отслеживать так. Противника. Наши парни там как на ладони. О, снайперская есть. Подожди, почему М-ка у меня? Вижу противника, ну, движение ладно. На улице. Это не противник. Ёпкарный. На балконах слева! Боевики на крыше четко перед нами. О, нормально попал. Чпонькс. Чпоньк. Обожаю, когда такие винтовки ваншотят. Хоть это не болтовка, а скрас... По-моему, это полуавтоматика. Противник! Отслеживать улицу и крыши! Попал? Нет. Ой, а чё это так припекло-то мне? Нормально ребята вроде справляются. Все чисто. Мы выходим. Отбили, все чисто. Ну чё, круто? Да ты прикалываешься. А это что за жраба? Кого они там стреляют? Без меня опять начали? А я чуть никого не вижу. Атакуй. Вот тут
гад, за ящиком где-то. Кто там палит? Да они вообще без меня справляются, красавцы. Спасибо большое, мы прошли. Теперь позаботимся о вашем друге. Конец связи. А, другана нашего, ясно. Которого подстрелить. Смотри. Они идут к нам. Думаю, они в здании. А мы можем убраться с этой ебучей крыши? Круто, пожалуйста. Чё? Да, назад мы уже не пойдем. Надо найти другой путь. Ой, ой, что такое? Кто палит? А, вот эти? Крысиные бега, давай. Как кроликов. Так, 140 патронов. Меня это радует. 300, 372, нормально. Так. Это нереально. Это можно использовать как мост. Давай. Вот это? Сраный бойскаут. Кто тут доску поставил, интересно? Наверное, какой-нибудь разработчик. Не, ну тут перепрыгнуть-то можно. Ну, хотя, учитывая тяжесть амуниции, ну, экипировки, как бы, да, то... тяжеловато, наверное. Пошли, пошли! Так. Тачки, ладно, смотри. Зачем вот эти излишки? Чпонька, так и все. А, сюда нам. А, вон они уже где, что-то. Я, наверное, не провалился бы туда. А я тоже так хочу. Нельзя, да? Ну ладно, я, походу, избранный. Бродяга 1-3, это бродяга. Как деревянный. Большая задержка. Ну, к расположению обстановка цели. Такова. Как-то странно, но в полдень на рынке нет бабушек. Я скажу вам больше, тут нет никого. А что будет, если победят ССО? Страна под руководством террористов? Это же рынок, правильно? Америка основана террористами для террористов. Ты думаешь, кто войну за независимость вел? Кому помахал? Историю пишут победители. Как ты вообще в морпехи попал? Да я и сам удивляюсь. Так, у нас сохранение между тем. Черт, казак! Зажим! Ой, я он не сдох. Опа, нифига он подлетел. Я ему в яйцо. Слушайте, а почему я же ему в бошку попал? АК-47, ну это... Опа! Подожди, а... Жалко, прицела нет. А, ну это шаг 47. Помню, вроде... Ну на него должно что-то ставиться, наверное. Это патруль? Это двое из него. Всем быть начеку. Так, что тут у нас? Ой. Ой, это гражданский, что ли? Или что это? Что-то они все без формы. Ой, ёптарный, ты хотя бы предупреждай, что ты. Дерьмо, у нас тут раненые 200-й. Понял. Бродяга главный, я бродяга 1-3. Нужно эвакуировать раненых. Что-то такое чувство, что с одной стороны война идет, с другой стороны там город отдыхает просто. Ой. Что-то не так. Вали сюда. Ага, я вон что нашел. Что ты там нашел? Это очень плохо. А вот тут вторичная. Вторичная, так точно. Блять, ребятки, мы привлекаем слишком много внимания. Ты что, провод не можешь обрезать? Самобеспаленность. Я не буду ничего резать, пока не пойму, куда он идет. Блэкберн, ты пойдешь, иди по проводу. Военных формах приперлись сюда. Так, а нам туда. Я только туда смотрел, смотрю, какой-то подозрительный спуск. Думаю, надо это самое СХ. О, да тут прачечная. Это что, люди-то? А, мне кажется, там человек. Ну а что нам... Так? Проследи этот долбанный провод. Подожди, зачем мне ползти? Чё? А. Не понял. А чё он там сказал? Куда обращаться, если я задание не знаю? Что-то я рванул куда-то. Во-первых, темно дичайше. А, понял. Вот за этим...
Он сказал за проводом, да? А, все, ясно. Ну, я бы не любитель таких узких проходов. Крысы бегают. Я надеюсь, это не канализация. Это не вот... Что это такое за труба здесь? Ты там в порядке? В полном. Еще один гребаный толчок. Волноваться не о чем. Здесь подкрепление 1-4. Давай уже обрежем этот провод. Давай. Блях ты, муха. Какого хрена? Давай, мочи его. Я же успел. Какого хрена? Чё, я сдох, что ли? Вы чё? Ни хрена себе. Че, я лох, что ли? Нет, я не лох. А откуда он вылез? Допустим. Еще раз. Я надеюсь, не будет повторяться ситуация, как в прохождении Dying Light. Я же нажал, Да я буду все жать. Чпонькой его, чпонькой. Подожди, я же опять нажал. Врежь ты им по яйцам уже, он отрубится сразу же. Пошку сверни ему. А, ну мне типа спешить надо, да? Так, опять темень. Стоп, а вот он тут, наверное, прошел. А как же они его пропустили? Так, а это кто наш? Слева, да? Ну, тут слева стена вообще. А, он там слева. Ух ты, ё. Так, давайте. Давайте отслеживать. Так, а что отслеживать? На мосту кто есть? Так, а это что такое? О, пулемет, давай. Надеюсь, он временный. Ну, в смысле... Да ё, что это такое? Ладно. Допустим. Да поставь ты сошки, давай. Так, стоп, не понял. Что-то мы часто сливаться стали. Давай еще раз. Я думал, мне надо занять ту точку. Они же сказали, там же написано было. Пулемет и все, что. Ну, ребята, ну я... Ну, что это такое вообще? Ну, извините, ладно, допустим. Так. Допустим. Опа. Ёб твой, урон дичайший идет откуда-то, я не пойму. У меня такое чувство, что кто-то... Вверху впалил. Давайте я его возьму, ребяточки. Почему здесь-то надо? А, подожди. Так, вот там как будто кто-то палит. Да? Да, вон. А, понял, граната, наверное, в тот раз шарахнула. Хотя вряд ли. Да, перезарядимся быстренько. Все, перезарядился 200-ка, нормально. Где вертушка? Давай. Я постараюсь. Ой, не так близко. Вот, давай. Раз. Да сколько можно? Вы что, издеваетесь? Я только подхожу. Не, ну это, в принципе, логично. А, я сошки не поставил. Думаю, что-то не то. А что это он не... А. Пальма упала. А ее снести можно? Нет.
Надеюсь, не положат, давай. Машина остановилась. Блэк, садись за пулемет. Сажусь, давай. Нам нужен огонь на подавление. Ёпарцы. Это что за машина? Мясорубка какая-то. Отдача вообще. Стреляю, стреляю. Давай. Что такое было сейчас? Землетрясение! Пошли, мать вашу, пошли! Пошли, как и выйти-то? Ой, что за тектонический сдвиг? Бабах. Вот компас какой-то надо использовать, нам говорят.